третью неделю большинство жителей нашего региона находятся на вынужденной самоизоляции или работают в удаленном режиме. Дистанционно учатся школьники, но есть и те ребята, что успевают делать не только обязательные уроки, но и добрые дела. Анастасии Голиковой всего 11 лет. Она ученица 5 класса школы номер 1. 3 года назад вместе с мамой она начала осваивать швейную машину. Поначалу мастерила кукольные наряды, а месяц назад освоила технику изготовления многоразовых масок. Настины маски пользуются популярностью не только в семье, заказы поступают и от знакомых. Ну, я хочу, чтобы маски людям были полезны, я делаю хорошее дело. Немножко мне мама помогает, сложные нюансы. Первые 2 маски ушли где-то по 2 часа. Одна маска 1 час был. Было сложно. А потом мы уже где-то за 20 минут делали одну маску. Я сшила где-то 25 масок. Раздала у папы на работе, кто-то взял. Так, дядя Салават, моей сестренке сшила, тете Гули, мне. Маме, папе 2, так, дедушке, вроде бы еще кому-то, но не помню. Часть масок Настя Голикова передала янаульским волонтерам. Они, в свою очередь, обещали раздать их нуждающимся. Вот так большое доброе дело маленькой девочки найдет своих адресатов. Каждый из нас может сделать что-то доброе в это непростое время. Если рядом с вами живут такие неравнодушные люди, расскажите нам о них по номеру 50402.